Всем привет! Сегодня 10 февраля 2021 года. Сегодня коротенькое видео. Многие просили показать середину. Некоторые говорили, что у меня пустой ящик из фанеры. Ну, сейчас в общем случае посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, тут здесь кое-что лишнее, кое-что переставленное, кое-что не хватает. Но в общем можно посмотреть, как выглядит устройство середины. Некоторые узлы. У нас здесь один, второй. Ну, сейчас поговорим вот про этот наш узел. Ну, тут что можно сказать. Так, вот у нас здесь видим меточка, да, одна, меточка вторая. Вот у нас вот здесь наша неподвижная шестерня, и вокруг ней движется подвижная шестерня. Ну вот, посмотрим сейчас скорость вращения. Вот когда я начинаю вращать, вот это наша метка опережает вот эту меточку. Но они все вместе крутятся в одну сторону. Скажем, сейчас посмотрим. Раз. Два. Вот это уже два сделала оборота. И вот. Три оборота, и они снова сошлись. То есть это делает три оборота вокруг центральной оси неподвижно, а эта точка делает один оборот. Ну, тут обычная редукция, но не очень обычная. Здесь у нас еще идет шестерня, с которой, через которую мы снимаем момент вот с этой, с этого венца. Ну вот здесь вот это весь механизм, это для синхронизации, чтобы у нас не просто вот эта шестерня болталась. Ну вот как-то так. Это неподвижно наше. Это наша подвижная. Еще есть один такой венец с внутренними зубцами. Ну вот, как-то так. Так что на сегодня все. До встречи.